Сейчас будет экшен. Что, застрял? УАЗ покупать надо. Видишь, УАЗ едет. Начинается дрифт токийский, троещинский. Нормально. Блин, он родился в этом УАЗе, мне кажется. Так, режем к Вите. Витя борется, елки-палки. Витя, да. Это Витя Убер, что вы хотите? Это вам не шутки. Он такой вроде толстый еще, нифига себе. Он, видишь, тут под берегом просто. Как-то плохо нам видно Витю чуть-чуть. Сейчас мы... Посмотри. А, там Филин, Олег провалился. Филин провалился. Ну, Витя борется. Это Витя Убер, это вам не шутки. Все, повис на льдах. Повис, да? О, класс. Ты лед просто проломаешь, я тогда пройду. Я кромку льда не могу пробить. Ага, Хрентин, ты на лед выскочил. Задом в запаску его толкнуть. Да, в новых сапогах, какой он красивый, посмотри. Да, и еще и ведь. Что-то страшно тут уже. Да, да. Элка, мы когда-то тут работали. Запаску просто мы там сами можем упереться в лед. Так, друзья, фроуд продолжается. Мы пытаемся прорваться к нашим. Подвесной подшипник отсутствует в кардане, просто он там в обойме телепается, из-за этого эти страшные звуки. Ну, мы так под бережком тихонько ломаем лед и идем. Городач в рацию говорит, это тебе не между соснами по лесу кататься. Там он уже патрол присел. Сейчас попробуем на лед выскочить, может ломается. Не выскакивает. Тяга отпала. Отпала? Я понял. Фонара отпала. Надо ее убрать вообще будет. Едем назад. Где там Витя? Витя сзади. Так, ну с воды надо в любом случае выехать. Панара. Панара панарой. Нам надо выехать. Так. Что у нас здесь? Вот такое вот у нас сегодня кино интересное. Русь едет на... Тяга панара оторвана, карданы еле живые, но он продолжает движение. Витя за ним. Витю не остановить. Сейчас мы снимем панару эту, вообще ее. Она с куском кузова тупо отпала от УАЗа. Витя, кажется, застрял. Нет, борется. Витя, давай. Витя, жги. Нормально. Блин. Не хватает, конечно, этих колес. Машина разваливается у Руса. О, дубасит. О, дубасит, блин. Лед, такая вибрация по льду идет. Как бы мне тут не провалиться.
Короче, сели. Сели тут. Все, кто хотели, те сели. Жека, не, Жека выбрался. Жека выбрался. Там злой УАЗ на военных мостах тоже сидит. Витя продолжает неравную борьбу. Витя, давай! Витя, давай! Вот она, панара отвалившаяся. Радикально поменял траекторию, и он с нами. Осторожно! Витя, 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 стой, колесо порвешь мне. Оно и так еле дышит. Ну, бампер потрихтовали зато. Отходим. Вите надо выйти. Да, вот такие льдины. Потеплело. Наглядно все видно, что происходит. Витя. Витя идет на побитие мирового рекорда. Сейчас будет экшен. Сейчас будет экшен. Что, застрял? УАЗ покупать надо. Видишь, УАЗ едет. Начинается дрифт токийский, троещинский. Нормально. Блин, он родился в этом УАЗе, мне кажется. Ну, лед очень, очень мягкий уже. А вот и Нива тут. Конкурент Вити. Тяжело патрол вынять. А вот мы не видели. Картина интересная. Я бы не рискнул. А давай его ледот. Давай. Так, Андрюху вынимают. Да, тут очень жесткие места. Леня уже все открутил очень быстро. Можно ехать спокойно, да? Да. Глянь, все сложил. Все там. Панара вон. Тут панара и шайба есть. Лежит. Я вот здесь понял. Вот гайка, и тут и шайба. Все. Давай, Рус, едь. Володь. Да я там не проеду, у меня оторван этот. Оторван, точнее не оторван, а отсутствует подшипник. Да. Не опасно стоять рядом. Да, да, близковато ты стоишь. Опасно. Может повредить тебе эти, как их. Может вперед? Ого, тут тюнинг серьезный произошел. Машины. Какой-то провод, провода какие-то висят. А. На боку. И тут борьба идет. Остановись. Я тут перепрыгну или нет, Жека? О, подожди, Руслан, я как это, камеру. Давай я сниму, а ты прыгай. Там бальдина. Может, ты сначала прыгаешь на льдину, не прыгай. Просто чтобы камера не намокла, давай пойдем. Не намокла, ты перепрыгну. Блин, что-то тут, что-то я не готов. Тут две лебедки пытаются вытащить. Это вам не между соснами ездить, рейды, рейдеры, блин. Вот серьезный человек приехал, сейчас покажет вам оффроуд нормальный. Покажешь? Да. Давай. Тут нормально асфальтовая дорога. Повыше. Вполне спокойно проехал. И грунтовая. Это вам не между соснами по лесу в рейде кататься? Ну да. Тут настоящий оффроуд, да?
Тут не сосны, да, Руслан? Да, тут нормальный оффроуд, правильный. Пошел. Но не просто. Рядышком. Пока патрол не достали. Какой у вас, напомню, или не говорил еще, там 51-й мотор Андрюха поставил. М51 BMW, 143 силы в стоке, там немножко подкрутили, говорит, кобыл 170 приблизительно. У нас не только из трех, понял, один куда-то пошел, другую машину. Так, новая траектория, тут чуть полегче. Вот так вот наказал всех. Заедет, ребят. Если бы я не показал, где надо ехать. А ты тут проехал, да? Вот главный рейдер сейчас покажет. Каратышу уже, конечно, легко. Да. Твишки — замечательные места в черте города. И не надо далеко ехать. Да нет, тут лучше. Просто Витя... Просто Витя не провалился еще. Витя, давай. Не, смотри. Подожди, ты должен бежать просто очень быстро, а тогда ты не провалишься. Точно? Да, да, если... Подожди, я большую, стой, большую тебе подам. Я это должен заснять. Стой, Руслан, дай мне еще ходок. Надо лед, льдину на льдину положить, большую на большую. Судой или тудой? Серега, вот эту надо бросить на ту, и тогда он Витю выдержит. Давай я подержу. Не, стой. Стой. Ты строишь ему мост? Да не, надо большую на большую. Все, отлично. Да, Леня, подожди, я ее только за... Все, Леня, раскорячила жизнь Леню. Моя льдина тебе помешала. Перекинет, еще и Витя выкинет. Смотри, ёханый бабай. Леня, ёханый бабай. Спасай, дверь ему открой, дверь открой ему, Витя. Ёлки-палки, Леня, блин. А там еще люди есть. Ёханый бабай. Переехал на другой берег. Слышишь? А ты же ему маску с трубкой не дал, Леня, ёбай. Голову давай, Хайрат приступает. Тут бородач маневрирует. Бородач бы подъехал к нему поближе, он свои лебёдки. И вверх бы его, да? Поднялся бы, да. Так у него вверх вроде стоит на месте. Есть смысл его назад потянуть? И все. Как вариант, да. Нет. Вроде так он даже не уперся. Задним мостом, наверное, уперся, да. Сильно, скорее всего. Непонятно. А ну давай, как вы из-под воды выходите? Муляка Юсы, говорит, Владислав. Не, ну давай, исполняй. Пошли повсюду. Давай, едь на УАЗе, ты же хотел проехать. Я говорил пару раз. Люди ловят рыбу. Леня жесткий, конечно. Ёханый бабай, куда-то мы провалили. Главное, еда с нами. Еда с нами. Нам нечего бояться. Бородач говорит, жесткая траектория. Да, гордана.
Зонин фильтр, мы раздавим зонин фильтр. Чуть не раздавили. Уберите фильтра с дороги, елки. Давай на трубу, так правее надо было ехать. Поехали, там он термос. Там выскочим. Думаю, да. Следующий приз. Ходом надо, да? Такой чуть-чуть ходом нужно надо. Да. Блин, стой, сейчас тут что-то ломается. Что там, кардан? Задний? Вырубай кардан. С болтами, что здесь? Да? Блин. Синхронно ты так выпал. Кардан. У меня есть от патруля кардан. Есть? Так смотри, как четко стоит. Не, от навары, прошу прощения. Надо так шишиги. А подойдет он? От шишиги, хоть раз поставь кардан. Да был от шишиги, разбил редуктор. Ну так говняный редуктор. Надо масло залить. Да не, это у него знаешь чего сейчас? У него уехал кузов. Да не очкуйте, у меня запасной. Мост уехал. Да, только у тебя там болтов нет. Приложи. Ну болты только купить надо и все. А куда ты? А, ты на покрышку наехала нормально. Фонара сломалась, получается, ушел в сторону мост. Да. Там кузов той стороной уперся в это самое. А, сыграл. Колесо уперлось, да. Сломали машину новую, елки-палки. Поехали чинить. Какое-то проклятое место, блин. Ну, у всех обычно полуоси ломается, у тебя кардан был. Там еще не запаска. Запаска. Там диск какой-то, колесо. Колесо, на резину наехал. Я же на ган... Блин, новая крестовина, смотри. Болты есть. Да, чуть-чуть поломались. Небольшой износ. Вазовские оригинальные, я ж покупал их. Я вам упаковку покажу. Там есть на канале, все записано. Мы, кстати, брали такие. Я потом заносил, бля, чувак. На хорошем состоянии. Центровский. И что, ты прямо ему бросил на этот? На... Не на лицо. О, не нормально проехал бы, а начал. Что? Японские. Чего, гравера нужны? Да нахер тебе гравера. Гравера нужны, ты чего? Длиннее будет. Две болты принес. Длиннее будет. Не хватит закрутиться. Да, там тебе тут... не хватит. Бородач едет сейчас, подтянет нас. Это он меня сюда направил. Говорит, едь, тут хорошее место. Бородач приехал. Сейчас спасет меня. Блин, я и фото не сделал, слышь. Что-то пошло не так. Уже руля хоть подержать надо? Да нет, там нормально. Что-то бомбы не хватает. Все, кардан стоит. Витя вышел на арену. Все снимают. Все камеры доставайте, что вы половину стоите. Да. Витя, нам нужен экшен, Витя! Скажи в рацию, пусть к рыбакам съездит, спросит, как улов. Все. Давай по Лениному маршруту. Давай по Лениному. Сейчас будет экшен 2. Елки, у вас лучше всех едет вообще. Да? Он вообще не хочет. Вообще.
Леня, хочешь, я договорюсь, он поменяется сегодня, если... О-о-о, сейчас на правильный маршрут становится. Так, сейчас. Хочет искупать тоже штурман, а не хочет. Все, карданчик новый. Он чуть длиннее, там шлицевая лучше заходит. Должно быть все четко. Я тут выйду на задки. На заднем приводе едем. Небольшой был привал. Что там, не начал движение, вперед подтягивать. Вроде даже трассы не стало, да? Ну да, тут же шлицевая просто лучше заходит. Кто-то звонит даже. Летим. Да, вибрации нету, видишь? Нету вибрации, да. Это тут как раз какой-то. Да, и... Что там? И самотанка летает. А вот и Виллис. А это тут чьи-то датчики, да? Или что-то, домики. Ну это пляжи тут. Активировали под пляж. Нормально идем. О, вот это да, вот это тема. Лучше, да? Вот это у вас едет. А то с тем, как мы думаем, это вообще какая-то жизнь. Вообще не жизнь, да? Дверь только перестала закрываться. Нормально валим. Немного грязновато. Затекает чуть-чуть он, глянь. Двери открываются. Ёханый бабай, что-то я чуть не сбился с пути. И все, и мы поехали. Еще бы подвесного нам в передний кардан. Подвесной, да. По-хорошему туда доехать сейчас. Вот места знаменитые. Ну что-то мы объехали. Витя, наверное, хочет. Витя хочет, куда вы поехали? Верхнюю. Вот эту верхнюю. Да,
идем. С новыми болтами совсем другая жизнь, да? С новым карданом. И с новым карданом, да. Витя Убер, вон он. Блин, ну мы... Застряли? Ну почти. Пробьемся. Да, сразу и по прямой с разгону. Заедем, думаешь? Ну, вот если по прямой только заходи. Нет, разгон. Там сзади что-то. Там дерево сзади. Сзади дерево. Включай хабы. Выключай, да. Вот это известная Нива. Зад, если бы спущен был хорошо, понял, то мы бы на заднем выехали. Его спустить, это проблема будет. Его чуть-чуть приспусти, а дальше он сам. А вот и Леня, этот знаменитый, да? Узнал ты его? Восстановил правое стекло. Выдал, конечно, неожиданно. Неожиданный поворот, да? Ну, я сам не ожидал такого поворота. Это да. Такого точно не ожидал. Он даже не предполагал, что такое может быть. Он просто ляпнулся. Льдины, да. Льдины — это непредсказуемая всегда тема.